9 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны состоялось посвящение школьников-кадеты. Корреспонденты 7-й мастерской побывали на этом мероприятии. Своим мнением с нами поделились участники события. Кадет защищает всю страну, а я мечтал стать солдатом. Поддержать будущих кадетов пришли и их старшие товарищи. Родители волнуются больше, чем дети. Ну, вы видите, что детки все очень красивые, все очень готовились. Для них очень торжественный день сегодня. Наверное, самый торжественный день запомнится на всю жизнь. Воспитание в духе патриотизма очень важно для нас. Кадеты в полной мере осознали, какую ответственность берут на себя. Сегодня все на хорошем достаточно организационном уровне, и общее впечатление у меня только положительное. Я рад за детей, рад за школу, рад за себя, что растет достойное молодое поколение, что есть на кого в будущем опираться. Для них это действительно трепетное и знаменательное событие. Российской Федерации приносит честь. Кадеты принесли торжественную клятву в том, что будут служить, любить и защищать свою родину.